подписчики, гости моего канала Афромангу Мукбангу. Ну что ж, сейчас иду опять по делам. Так. Иду опять по делам, короче говоря. Надо мне сходить в душ. А вы пока подождите, пока сейчас я из душа приду. И по делам, а то я тут в трусах стою. Так. Трусы, носки. Thank you.
Сейчас сходил в душ. Так, время 10 минут прошло. Ладно, начинаю одеваться. Так, штаны снять обязательно. Футболку надеть обязательно. Стрижи, наверное, тебя. Все бирки нафиг срезать надо. Тут так и мешает. Так, опять по делам надо опять. Так. Так, полочку одеваем. О, холодно что-то. О, холодно. Действительно, что-то похолодало. Завтра еще холоднее, говорят, там будет. Что-то. Так.
сесть. Так, сесть надо. Одеваться. Носочки одеть. Носочки. Так, джинсики одеваем, синие джинсы. Одеваем мою кофту с капюшоном. Так. Так, часы одевать. Дену на всякий. Утром надев трусы, не забудьте про часы. Так. Так, все, сейчас. Одеваюсь, беру кроссовки, одеваюсь, иду на улицу, иду по делам. Так, ручка у меня есть. Так, паспорт взял. Все, взял, все. Иду. Так, ну что будет интересное, отсниму. Давайте. Так. Не переключаемся. Вот, спускаюсь. По лестнике иду. Ага. Пойдем пока в этих сапожках. Зато в этих можно получше надо в аптеку. О, опять чужо больше стало.
все сделано. Все, трубы поставили, теперь шаверма. А мы все идем и идем. Идем и идем. Как я вчера и говорил, вот видите, такие качельки поставили. Интересные. Веселые. Надо будет покачаться, отдохнуть. Весело. Главное, чтобы это самое не разобрали, не снесли, не уничтожили. Да, вандалы эти. Да. Это самое главное. Так, у нас на улице, видите, лужа. Сегодня ливень прошел. Ночью. Ночью или утром, не помню. Или вчера вечером уже начался. Не знаю. В общем, короче говоря, на улице мокро. Сыро. Так, а я... По делам. Все, иду. Что будет интересное, это самое, камеру включу, покажу.
дождище идет, да? Такой, ну, клуб под шампах. Все. Ну все, дела я свои сделал, все хорошо. Еду домой. Точнее, веду домой. Пошли домой, давай отдыхать после. После этого медицинского ада. Вот, все. Закончил свои дела, все. Прошел. Все хорошо, все нормально. Ой. Ой, сколько я там с полдесятого, короче, поехал. Все хорошо. Справочку дали. Все нормально. Ставь лайк, если прошел. Так я его назвал, потому что ждать там всех этих, пока все пройдут, пока очередь туда-сюда, пока всех этих врачей пройдешь, в общем, кошмар какой-то, ужас. Ладно, все хорошо. Это значит, я с полдесятого уехал и в два приехал. Вот считайте, 4,5 часа, да, получается? А, нет, 5 часов почти. 4,5. 4,5 часа. Обалдеть. Фу. Ну, знаешь, отдыхать буду. Сейчас. А завтра снова
по делам снова. Все, ладно. Влог закончен. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все. Поднимаемся на этаж. Ставь лайк, пиши комментарий, задавай вопросы под видео.